Школа русского балета, конечно, удивительная. Балерина всегда, во все времена была лучшей моделью для платьев. С удовольствием рисовала новое «Лебединое озеро». Это из-за дружбы с Майей Плисецкой. И история моды, история костюма, она просто гениально огромная. Шапочку уже несложно вязать? Да, конечно, дурацкий совет. Я, в принципе, люблю звуки. У меня 4 птицы дома живет. Время необычное. Но оно у нас всегда необычное. На самом деле, любой человек может неожиданно сделать все, что угодно. Привет, друзья! Это новый выпуск слоу-ток-шоу «Ход культуры». Я Александр Малич. И в этом выпуске, который мы делаем в коллаборации с международным фестивалем балета «Dance Open», мы встречаемся с модельером Татьяной Парфеновой. Поговорим с ней о моде и, конечно, о балете. Dance Open, как вы знаете, вышел в онлайн, потому что все публичные мероприятия развлекательные запрещены в России сейчас, и это понятно. Очевидно, что сам фестиваль произойдет летом или, может быть, осенью, в зависимости от обстоятельств. Но интервью мы решили не стирать, а наоборот вам показать. В общем, приятного просмотра. Haute culture avec Dance Open. Hot culture with Dance Open. Haute culture вместе с Dance Open. Хотел начать с праздника, который, видимо, будет 22 апреля, связанный с 25-летием дома Татьяны Парфеновой. Ну, как обычно спрашивают в таких случаях. Какая программа празднования запланирована? Что будет происходить? В этом году мы будем праздновать не день, а весь год. Вот, потому что он будет полон всяких разных событий. И еще до того, как происходит, например, как какая-то такая вот юбилейная дата, уже какие-то вещи, какие-то костюмы уже были показаны, поэтому и мы постепенно будем, например, делать, как мы можем отметить, только какими-то особенными вещами, которые будут отшиваться в модном доме. Поэтому мы будем, видимо, делать не большой показ, и вообще мы не можем сделать ретроспективу, потому что у нас не накоплено, к счастью, архивов, а может, и к сожалению. Ну вот. Поэтому мы будем какие-то вещи просто делать специально и устраивать, например, там, выставки или показы одного платья, там, двух платьев, трех платьев. И всякими разными событиями наполним вообще весь год. Это начнется до следующего 22 апреля. С 22 апреля это начнется? Да, с 22 апреля до 22 апреля. Ну так, условно. В течение года мы будем делать всякие разные истории, которые будут посвящены дню рождения дома. А вы расстраиваетесь, что нету архива? Вас это как-то и иногда... Ну, знаете, с одной стороны, конечно, тревожит. Хотелось бы иметь, например, платье, чтобы можно было на них посмотреть, потрогать, может быть, отснять еще раз, сделать фотосессии какие-то. А с другой стороны, нет ничего лучше, когда ты знаешь, что твои платья, они в гардеробах красавиц, и вообще для чего же они, собственно говоря, шьются. Я не хочу иметь это кладбище платьев. Если когда-нибудь нужно будет собрать, например, для выставки, я думаю, что все мои клиенты с радостью предоставят эти платья для выставки. А у вас к ним меняется отношение со временем к платьям, которые вы сделали, к тем вещам, которые вы создали? Они как-то наполняются по-другому для я вас? Я их как-то больше люблю. Я их люблю в момент, когда я создаю, и потом дальше я их больше люблю. И когда я смотрю, например, на какие-то коллекции там десятилетней давности, думаю, что как это было хорошо. Коллекция или время вокруг нее? Я не знаю. Наверное, знаете, когда ты смотришь в зеркало каждый день, тебе не кажется, что ты меняешься. Но если не посмотришь долго-долго, а потом вдруг посмотришь, понимаешь, что изменился. Ну вот, вот так и время. Оно для нас не меняется каждый день. Ну, разве что какие-нибудь там, я не знаю, какие-нибудь распоряжения. Там, например, как у нас может в июне выйти какое-нибудь распоряжение, заплатить за что-то и принять, например, там апрельским числом. Mm-hmm.
У нас же, в общем, непредсказуемое будущее. Единственное слово, которое всегда сопутствует как бы русскому человеку, это слово «надежда». Ну, вообще, достаточно сложно, конечно. Время необычное. Но оно у нас всегда необычное. Ну да, и сам не плашай, как мы помним. Хоть и надейся. Да. А многие ваши работы оказываются в музейных коллекциях. Вы как-то... по какому принципу их туда отдаете? Что-то... Или вас забирают, когда вы говорите, да, это я могу отдать? Или вы сами формируете что-то? Вы говорите, вот это я, наверное, могла бы отдать. Ну вот меня попросили передать одно платье. Ну или сколько-то платьев. Например, когда формировалось... Эрмитажная коллекция костюма, вот, и мы туда передали платье, которое называется «Я от вас в восторге». Это платье было сделано для балерины Дианы Вишневой, вот, для благотворительного бала в Лондоне. Вот, была собрана, в общем, как бы для благотворительной акции очень большая сумма, и также шарф, который мы туда отдали, ну, как один из лотов благотворительных, вышитый шарф был продан за 40 тысяч фунтов. Шарф с вышитыми, знаете, это танец маленьких лебедей. А вышитые были танцовщицы. На шарфе? Да. А что вы чувствуете, когда то, что вы сделали, продается за 40 тысяч фунтов? Я думаю, что это хороший вклад человека, который купил этот шарф. И в общем, как бы огромное ему спасибо за такие деньги. И руководствуюсь исключительно целью помочь нуждающимся в лечении людям. Мы знаем, что у вас есть принципы, например, вы не используете натуральный мех. Да. И есть то, что все, что производится, это изделие ручной работы. Ну, не все, но в основном, ну, в большинстве да. своем. Да. А почему мех вы не производите? Как вы это, почему вы не используете мех? Как вы к этому принципу пришли? Ну, это я никогда не использовала. Это, ну, мне жалко животных. Мне очень жалко. Прям я считаю, что как-то надо себя ограничивать некоторым людям, которые по-прежнему едят мясо. Ну, немножко хотя бы. Вот. А вообще, в целом, конечно, ужасно жестокое человечество, потому что так невозможно. Вот вчера, например, когда вот мы прочитали о том, что в Кении убили белого жирафа и жирафенка, ну, как-то это все очень тяжело. Ну, как вот можно, например, отстрелить огромное количество рыжих лис и с гордостью носить эту потом шубу? И норки просто в каком-то невероятном количестве. Даже ценность меха вот прям исчезла. Потом сегодня так много всего производится для того, чтобы тебе было тепло и уютно, и не обязательно так уж... В общем... Ну, не знаю. Мне кажется, это преступление. Ну, для истории моды, наверное, это же... Неминуемо было бы, чтобы использовался мех натуральный или там кожа натуральная. Без этого, наверное, никак же было. Ну да. Да. Наверное. Не знаю. А я в те времена не жила. Ход. Вы же знаете, что, и вы, конечно, тоже знаете, что мы делаем этот выпуск вместе с фестивалем балета Dance Open, который в Петербурге проходит каждый год. И мы, когда... Мы знали, что Татьяна Валентиновна, конечно, много работала, много делала для прима балерин или для артисток балета, можно так сказать.
И когда вот мы оказались здесь, уже в этой мастерской, в этом доме на Невском проспекте, не мастерской, правильно, конечно, сказать, в модном доме Татьяны Парфеновны. Ну, мастерская. Хотя, конечно, здесь кажется, что мастерская. Вот некоторые книги, которые просто мы сняли с полок, это «Бакст», вот «Майя Плисецкая», «История русского балета», «Русский балет», французская книга, которая начинается, конечно, с «Русских сезонов». И я вас очень хочу спросить о том, как получилось, что балет так много занимает времени в вашей жизни, такое большое место. Это из-за дружбы с Майей Плисецкой или из-за каких-то других вещей? Ну, потому что это Петербург, Россия, Петербург, балет, мода, все так очень связано, конечно. Вот. Потом балерина всегда, во все времена была лучшей моделью для платьев. Это просто все вместе. Это и манера носить, и движение, и поворот головы. Это вообще как бы для модельера такая модель — это мечта, конечно. А вы когда? Да, пожалуйста, можно курить. Если что, слева внизу 18+, во-первых, значок. Но у нас просто он должен быть. А во-вторых, курение — это плохо. Пожалуйста, курите на здоровье. Можно курить, конечно. Татьяна Васильевна, а как получилось, что вы познакомились с Майей Плисецкой? Гардероб для Майи Плисецкой заказал Анатолий Александрович Собчак. Вот. Она приехала в город, Родион Щедрин и Майя Михайловна. Вот. И ее всегда интересовала мода. Вот. И город хотел подарить ей какие-нибудь вещи. И он заказал ей платье и костюм, и потом, в общем, шарф, и много каких-то всяких разных вещей. Вот. И потом мы достаточно часто, когда они приезжали, они всегда к нам приходили. И она уже покупала для себя вещи. Не курите никогда. Но из этого началась вот эта плеяда балерин у вас в модном доме? Да, потом у меня платье заказала... Знаете, не буду сейчас курить, потому что буду кашлять. Ну вот потом платье заказала свадебная... Илза Лепа, ну вот, Ирма Ниарадзе, и как-то так. Это логично выросло в то, что вы, кажется, в прошлом году, если я правильно понимаю, да, в прошлом году вышел балет, который назывался «Концерто Бьянко», «Белый концерт», полностью вами сделанный. Да. Ну да, это была такая вот прям такой блиц. Это нужно было очень быстро. Я быстро нарисовала, быстро отдала, и как-то это все быстро произошло. Вот. Я бы с удовольствием рисовала, конечно, балеты, и с удовольствием бы нарисовала новое «Лебединое озеро». Новое совсем по-другому? Совсем по-другому, да. Ну, потому что я вообще очень люблю все, что связано с птицами. И лебедь — одна из моих любимых птиц. Вот. И как-то мне кажется, что, возможно, это было бы как-то очень правильно сделать в контексте современного костюма. Мы с Владимиром Шклеровым разговаривали некоторое время назад, делали интервью. Владимир Шклеров — премьер Мариинского театра. И он сказал о том, что когда он выходит на Щелкунчика, там, в хореографии Петипа, которая получается уже почти 200 лет, то он чувствует себя... Он очень волнуется, потому что знает, что зритель понимает хореографический текст очень хорошо и знает, что он должен делать. А если это современный танец, например, «Форсайт», то у него совершенно другое отношение, потому что ни делай, все подумают, что так и задумывал хореограф. С костюмом также будет, если вы будете делать «Лебединое озеро», если вы будете совсем свободно себя чувствовать, потому что это полностью сейчас вы делаете? Да, свободно. Я вообще думаю, что если что-либо хочешь сделать хорошо, то нужно делать непременно свободно.
тогда будет хорошо. Ну вот. А что касается Шкалярова, то мне кажется, как бы он ни танцевал, это все равно будет прекрасно. И в чьей бы хореографии он бы не участвовал, это будет замечательно. То есть вы балет любите не только потому, что балерины прекрасные модели? Идеальные фигуры. В первую фигуры. Очередь, как модельер, я, конечно, люблю их фигуры, стать, пластику, серьезность. Они какие-то невероятно все серьезные люди. Ну, вот, очень серьезные. Потом у них какая-то такая память. Я вообще не представляю, как человек может запомнить вообще все движения одного балета. Ну, в принципе, как он может запомнить, где у него даже вообще как какое-то движение руки, и как в этот момент у него должны быть сложены пальцы. Ну, вот. Да и вообще школа русского балета, она, конечно, удивительная. Я знаю нескольких преподавателей, ну, вот, Иру Ситникову, Людмилу Ковалеву. Они же необыкновенные совершенно женщины. Просто они балерины, прям балерины, вот настоящие балерины всегда во всем. Ну это же такая дисциплина какая-то жесточайшая, в которой они живут. Да, поэтому они вообще какие-то необыкновенные, они очень серьезные люди. Они вот самые серьезные женщины, которых я знаю вообще. А как вы думаете, почему балет, ну вот за 200 лет он не особо изменился. То есть понятно, что те, кто ходит часто в театр, угу. они, конечно, видят разницу, есть какое-то движение. Угу. Но если посмотреть на него за эти 200 лет, ну не сильно произошли эти изменения, не очень сильно. Но при этом он по-прежнему так манит какую-то часть публики. Люди ходят, восторгаются балеринами, восторгаются Шкляровым, как вот мы с вами сейчас это делаем. Почему это происходит? Ну, конечно, хотелось бы посмотреть. Вот прям, допустим, вот у тебя есть возможность посмотреть 200 лет балета, так, ну, перемотки хотя бы, как это изменилось. Мы бы увидели там разницу, да? Вот. И, допустим, если посмотреть на пачку Анны Павловой из «Лебединого озера», и посмотреть на сегодняшнюю пачку балерины в «Лебедином озере». Ну вот, ну, конечно, изменения есть. И движения, я думаю, изменились. И параметры изменились. А те туфли, которые выставлены в Театральном музее, вот такие вот маленькие в прошлом веке, такие уже большие в этом. Так почему так тянет нас к этому все равно? Почему балет так привлекает, как вы думаете? Потому что не все так могут. Ну, многие... И это удивительно, ведь все-таки, правда, когда... И потом балерины в воздухе проводят времени гораздо больше, чем обычный человек. Они же все время в воздухе. Они парят, они совсем какие-то невероятные. Давайте вернемся к истории русских сезонов Дягилева и к роли художников, которые в этом принимали участие, потому что началось все с Бенуа. И это довольно интересно, потому что Бенуа, я даже выписал себе цитату, значит, пожалуй, основным достоинством Бенуа как театрального художника были его глубочайшие знания истории искусства, истории балета. В его костюмах и декорациях не было желанного Дягилевым скандала, зато все было сделано с большим вкусом и тактом, и просто красиво. И Дягилев поэтому от работы с Бенуа довольно быстро отказался, потому что скандала не получалось. Но зато, например, есть история с Пикассо, когда балет «Парад» был выпущен с такими кубистическими костюмами. Я нашел даже видео, кстати говоря, мы сейчас вам покажем, вот здесь между нами появится это видео, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Сначала был освистан в Париже, через 2 месяца в Лондоне принимали на ура. И даже сами танцовщики говорили, что танцевать в этом совершенно неудобно. Как найти эту грань между тем, чтобы было удобно танцовщику, и тем, что хотелось бы выразить художнику? И это хореограф должен делать.
все-таки хореограф. А потом, знаете, сегодня любое движение — это уже движение, потому что, мне кажется, современная хореография, она так далеко продвинулась, она практически совместила как бы и спорт, и балет, и все виды существующего танца, ну вот, открыла новые истории, вот насколько я понимаю, даже для мышц тела танцовщиков, потому что не из, допустим, каждого балета можно перейти, например, там, в контемпори. Да? То есть танцовщики классические, им достаточно тяжело. И когда они переходят вот, в современный балет, они как бы, как будто включают новые мышцы и новые возможности своего тела. Поэтому что касается костюма, то он может быть совершенно разный. Просто другое дело, что постановщик и должен четко определить, что же он хочет. Костюм может выразить все, что угодно. Причем от совершенно практически минимальных усилий до просто абсурда, потому что история моды, история костюма, она просто гениально огромная. Вот. У нас с европейским костюмом практически 700 лет. И за это время было создано практически все, что можно было создать из ткани и вообще материалов. Да? Вот, поэтому много можно чем пользоваться. Вот, плюс современные всякие технологии и материалы, которые позволяют, и ткани, которые позволяют делать совершенно невероятные вещи. Плюс там лазерные различные обработки и так далее. Вот, и потом костюм очень зависит от еще финансовой составляющей, поэтому если кто-то хочет, например, сделать грандиозный костюмированный балет, в котором там много там, каких-то безумных костюмов, и все это достаточно дорого производится, то это бюджетные такие. Или как это? С максимальным бюджетом. Вот. Но чем хорошо это время, это может быть время и там, минималистично, минимальных затрат и максимальной там, не знаю, экспрессии, например. Ну, то есть просто нужно, чтобы хореограф правильно сказал? Да, надо сформулировать задачу. Ну, вот. Задача — это что это за время, ну, вот. Прошедшее время, будущее, что в прошедшем времени, например, если это прошедшее, ты хочешь видеть. Вот. Потому что в любое время можно сегодня выразить не так, не такими... как сказать, не таким большим рассказом, а, например, там одной фразой или даже, может быть, одним словом. То есть, как бы, в костюме. Я думаю, что, наверное, сегодня такого скандала бы и нельзя было достичь. Вот, ну, я так представляю. Даже если бы они вышли, как у Пикассо, они вышли вот в этими квадратами и прямоугольниками. Вот что-то не сделал. Даже сегодня если они голые выйдут, никто ничего не скажет. Невозможно, да. Потому что, ну, разве что... даже сегодня изменение, допустим, там гендерная вся история, она тоже, да, абсолютно открыта, она уже общее место, и никто там не упрекнул бы, если бы, например, там в балете женскую партию танцевал мужчина, а мужскую партию женщина. Странно, если это будет не так. Через некоторое время. Ну, это вот совершенно, мне кажется, нормально. Мужчина в платье — это нормально, но дело в том, что платье — это же тоже, в общем, как бы отчасти все-таки больше мужская вещь была. Вот. И вообще в природе самец ярче. Сейчас это высказывание очень спорное. В смысле, я с вами согласен, но в современном мире это довольно спорное высказывание. Но мы его запомним, друзья. Это точно. А если возвращаться в мир моды из театра... Mm-hmm. Хотя нет, подождите, любимые ваши балеты какие? Mm-hmm. Что вы готовы пересматривать?
Я бы сейчас посмотрела балет «Шурале». Честно скажу, у меня внук, которого зовут Платон, он много раз был, он, по-моему, посмотрел огромное количество там балетов, и там два или три «Корсара», там, и «Лебединое озеро», и «Щелкунчик» во всех вариантах и всех театрах. Вот. И даже «Чиполлино» в Михайловском. Ну, то есть вот очень много балетов. Ну, вот. Но самый его любимый – это «Шурале». Потому что, когда он первый раз смотрел, он всем соседям, ну, всем, кто сидел сзади, там, впереди, сообщил, что «Шурале» – его друг. Вот. Танцевал Саша Сергеев. Я бы его сводила на «Шурале». Он уже подрос. Прошло, наверное, года 4. Последний раз мы были на «Шурале». Мы 2 раза его посмотрели. А вы строгая с внуком? Вы строгая бабушка? Я – да. Да. Я очень любящая бабушка, поэтому я строгая. Мне, когда дети обидуют, у нас общество чистых тарелок. Ну, нет, я, конечно, если нужно, чтобы он, например, родители говорят, что он должен там читать, играть, сделать уроки или еще что-то, я стараюсь все-таки выполнить. Ну, в общем, я очень их люблю. Ужасно. Как вы думаете, насколько остались какие-то творческие силы, насколько есть собственный почерк сегодня у крупных модельеров, которые как бы задают тон? Или все, и все уже уперлось в технологию и в такую попытку бесконечного повторения реплики одного за другим? Вообще можно их отличить теперь? Вот, знаете, сочетание крупных модельеров как пугает, потому что ты начинаешь сразу перебирать вот тех, которые были, значит, вот Лагерфельд умер, ну, практически почти, наверное, никого-то и нет уже из тяжелой артиллерии. Вот. А из легкой кавалерии? Слушайте, на самом деле любой человек может неожиданно сделать все, что угодно. Поэтому, может быть, кто-то, кого сегодня, вот, например, мы не знаем, и даже, и, может быть, иногда и не хотим знать, в силу того, что у нас есть привычка кого-то не знать, вот, вдруг раз и перевернет историю костюма балета. Вот мы говорим, что вот это сделано, это сделано, это сделано. А у человека вдруг откроется какой-нибудь портал, да, как... И он оттуда вынесет какую-то новую историю. И там будет все, не знаю. Но сейчас, в общем, задач-то таких нет вообще-то. Сделать новое. Нет. Хорошо было бы сделать старых, хорошо. Почему вы говорите, что нет необходимости сделать ничего нового? Потому что образ жизни человека меняется. И о том, что как бы большая часть людей застрянет непосредственно в доме с компьютером, было понятно еще 20 лет назад. И, соответственно, одежда, она тоже имеет максимально комфортный. Поэтому все в свитшотах, худи и прочих вещах. И это самая популярная одежда сегодня. Вот. Одежда здорово. Пальто заменили стеганное пальто. Да? Пальто там драповое, кашемировое, там стеганное пальто. Погода изменилась значительно, да, вместо снега идет дождь, нужны плащи и так далее, и тому подобное, все другие покрытия. Вот. Поэтому сама технология немножко меняется в тканях. Текстильщики — это основные держатели моды, да, они выпускают, понимаете, они же очень много выпускают тканей.
Ну, вот. И эта ткань перерабатывается, из нее что-то шьется. Они могут, например, быстро, энергично запустить все что угодно. Например, мода на джинсовую одежду, ну, вот, или еще на какую-то. Это массовая история. Вот. Если говорить о, допустим, высокой моде, то она всегда была просто таким моментом, когда ты имеешь возможность заниматься искусством, и от тебя единственное, что требуется, это почувствовать время и немножко это время угадать наступающее. Поэтому и оттуда что-то взять. Если ты убедителен, то из этого это может являться источником для массовой одежды. Вы поэтому хотели уйти? Я читал, что вы писали, где-то говорили в интервью, я хотел бы уйти от дизайна одежды и больше заниматься историей костюма. Я вообще думаю, что всегда нужно почувствовать такой момент, когда нужно от одного занятия перейти к другому. Вот. Потому что все время заниматься одним и тем же просто невозможно. Вот я не могу. Мне нужно двигаться хотя бы в рамках уже выстроенного там собственного бизнеса. От одной стенки к другой. Вот. Мне нравится, раньше мне нравилось заниматься прет-а-порте, но вот мне очень нравится думать о спорте, спортивной одежде. Мне много, вообще я очень всеядна и много всего люблю. И вообще считаю, что наконец я поняла, что в этой профессии нет ничего нелюбимого, запретного и неинтересного. Ну, вот. И она так сильно связана с человеком, как никакая другая. Да? Потому что сначала одежда, потом дом, в котором ты живешь, потом дом, в котором находится твой дом, потом улица, на которой ты живешь, потом город, в котором находится твоя улица и так далее, а потом вся планета. Нам надо заканчивать наш разговор, и, пожалуй, закончить я его хотел бы вот каким вопросом. Вопросом про большие марки, которые масс-маркет, которые часто сталкиваются, по крайней мере, журналисты так их сталкиваются с тем, чем занимаетесь вы, говоря, что одно другому противостоит, что большие марки постепенно нивелируют или девальвируют значение модных домов, потому что они все выпускают в тираж. Вы как к такому относитесь? Ну, понимаете, у всех же разные доходы. Вот. Одеваться красиво и модно хотят все. Поэтому какие-то марки дают возможность там, молодым людям покупать недорогие вещи и выглядеть хорошо и модно, и в тренде. Там. Ну да, понятно. Вот. Но существует огромное количество одежды, которую практически это тоже масс-маркет, та же Шанель. Это огромное количество вещей, которые производят. Но они в другой ценовой политике. Поэтому можно выбрать. Людей много. И голыми никто не ходит. Вот. Все хотят одежду. Рынок, конечно, очень перенасыщен одеждой. Может быть, просто человек сам по себе может немножко регулировать свои потребности. Но за нас наши потребности регулирует наше государство. Ну, как бы, мы же все-таки все... Да я не знаю... Нынче кризис, к которому все привыкли, и говорят о том, что кризис такой-то. Потом, там, не знаю, студентов маленькие стипендии, им приходится как-то, в общем, что-то еще зарабатывать, или родители, если не могут помочь. То есть все так непросто. Еще при этом нужно модно одеваться. Это просто, я считаю, катастрофа. Поэтому многие вещи, мне кажется, нужно уметь делать самому.
Ну вот. Это раньше же вязали, там, я не знаю, переделывали что-то. Вот. Может быть, иногда тоже этим стоит заниматься. Особенно там людям, которые просиживают большое количество времени телевизоров. И смотрят сейчас нас, например. Научиться вязать, не отрываясь от экрана. Смотрите нас и вяжите шапочку. Шапочку уже несложно вязать. Да, конечно, дурацкий совет. Ну вот. Но как-то вот я не знаю, мне хочется помочь, но как бы в первую очередь все-таки у меня есть те заботы, которые есть. Это моя компания и люди, которые рядом со мной. Нам и так достаточно сложно. Вот. Мы же не государственная компания. Вот. Поэтому... Но если бы я могла, то я бы, конечно, родила богатыря. Спасибо большое. Я вспомнила вот эту. Да, будь одна из вас портниха, а другая повариха, то я бы выбрала богатыря. Что, собственно говоря, я и сделала. Поэтому, в принципе, мы на этом можем заканчивать наш разговор. Я думал вас спросить, а какая у вас любимая балерина? А потом подумал, нет, это некорректно, наверное, будет вопрос, вы не ответите. Я вообще люблю такое количество балерин, что сама вообще себе удивляюсь, потому что я не такой уж фанат балета, понимаете? Но оперу я люблю меньше, чем балет. Хорошо, что вы так сказали в конце нашего интервью про балет, в общем-то, что вы оперу все-таки любите меньше, потому что был, меньше, бы, да. был бы неловкий, да, момент, если А вообще я музыку очень люблю. В балете музыка, кстати... Разная. Разная, да. В опере, может быть, музыка даже лучше. Но я же все-таки человек, живущий глазами, поэтому для меня балет глазами легче, чем опера. На слух. Зато... Я живу глазами. Я понимаю, да, но зато если бы вы куда-то ехать, то ведь балет-то слушать невозможно. Да, его все-таки музыку надо можно. Смотреть, а вот оперу да, можно и послушать. А вот оперу можно слушать. Вот как бы оперные арии вообще слушать очень приятно. Но я не могу просто так слушать музыку, вот так, чтобы она просто звучала, а я бы, например, в этот момент посуду. Нет? Нет, музыку нужно слушать. Сесть и слушать музыку. Просто ничего не делать при этом? И ничего не делать, просто сидеть и слушать музыку. Это же нормально или нет? Это абсолютно нормально. Но это разговор, это следующая тема, которую мы сейчас коротко затронем. Дело в том, что значение, как я думаю, значение музыки сильно изменилось, и как, в общем, и многих вещей. И музыка стала постоянным фоном. У меня нет. Ну, а вы, когда вы выходите на улицу или едете в машине, или что-то происходит, все время же что-то где-то играет. Я в машине очень, поскольку я сама езжу, вожу машину, то я очень люблю звук двигателя. Мне очень нравится ехать без музыки в машине. Мне очень нравится. Я очень люблю, как урчит, гудит и все звуки машины. Я люблю звук дороги. Я в принципе люблю звуки. У меня 4 птицы дома живет. У меня утром кеннер поет. Ну какая музыка? Вот у меня кеннер поет, когда вода течет, например. Он любит звук пылесоса или открытый кран, вода. Белый шум называется это? Белый шум, да. Кеннер любит белый шум. Этот год юбилейный для дома Татьяны Парфеновой, поэтому, начиная с 22 апреля, а на самом деле уже сейчас, вот весь этот год будут происходить разные события. Мы можем вам даже платье показать первое. Которое будет показываться 22 числа? Вот даже сейчас мы уже покажем такое платье, которое посвящено прямо-таки балету. Давайте покажем. Конечно, неожиданно изменились наши планы здесь. Ну, хорошо. Мы вот так покажем. Да, ну, потому что надеть его здесь на меня точно совершенно не получится. Я демонстрировать не могу. А вы бы могли? Мог бы надеть платье балетное? Я бы не хотел с этого начинать мой выход на сцену. Ну, у вас очень хорошая фактура. Конечно, с точки зрения платья я
как бы, но в целом, понимаете, вот парадокс-то в том, что вообще все называется платье. Мужское платье, женское платье. Но платье – это вот то слово, которое и есть наша одежда. Вот. Я, и все, вот мы все находимся сейчас в абсолютно общих вещах. Свитер-брюки, рубашка-брюки. Раньше это называлось пусер, теперь называется свитшот. Худи, футболка. Все это наше общее, мужское и женское. Представляете? Да, никакого... И все мы в платьях при этом. Поэтому я мог бы на себя это примерить. Но не буду сегодня этого делать. И если вы сейчас меня подговаривали таким образом, Татьяна Валентиновна, то я не готов. Не готов. Был бы это делать. Ну, вообще, вы очень красивый, конечно. Сижу, любуюсь профилем. Нос такой отменный. Да, ты повернусь в фас тогда, чтобы не покраснеть. Ну, потом здорово, конечно. У вас вообще команда очень красивая, все красивые. Это правда. Вот, например. Я могу его поднять вот, вот таким образом. А что это будет, когда это будет показано и... Ну, уже показано. Только что, да? Да. Хорошо. Премьера. Я понял. Кто модели? Здесь изображенные. Кто они? Я совершенно не знаю, как вас расспросить. Про это балет в стиле цигун. Я и понял. И еще вдобавок нарисован в стиле Матисса. А рукав, вот тот желтый, да, это из коллекции «Орфизм». Все, теперь понятно? Таким образом, это отражает часть истории... «Орфизм», да. Да, я знаю, да, так называлась коллекция ваша. Да. Да, но это же еще и слово, которое придумал Аполлинер для целого направления живописи. То есть здесь музыка и танец в одном платье. Я вот пытался сейчас как-то поставить точку в этом разговоре. И, видит Бог, я старался, но у меня не получается. Спасибо большое. Пожалуйста.